Первое – это присущее противоречие, врожденное противоречие. If everything is just material, если все просто материально, then there's no meaning, there's no intention, there's no significance, it's just physical laws acting. Which means that when somebody says everything's material, that's just physical laws acting, and it's also meaningless. Когда кто-то говорит, что все материально, то это просто означает, что согласно физическим законам происходит, это тоже не имеет глубокого значения. It contradicts itself right from the beginning. Что-то там само себе противоречит с самого начала в материальных законах. You can sit closer, I cannot be because there is a whole group. In the four causes, в четырех причинах Аристотеля и в Бхагаватам также. В Бхагаватам четыре причины, и которые называются Арти, и также у Аристотеля те же самые четыре причины, четыре Пурушарти, Дарма, Арта, Кама, Мокша, и затем Према, Пумарта, Махан, Арти, цели, которые позволяют достичь нам премы. So you have in the beginning of Shrimad Bhagavatam, в самом начале Шримад Бхагаватам у тебя Джанмадхисайя, в первом стихе Шримад Бхагаватам различные артхи перечисляются. So the artas of the teleological purpose, артхи или телеологические цели означают ориентировку на цель. Но мы видим, что повсюду вокруг нас не только в живых существах, таких как люди, но в других, во всяких тоже присутствующих объектах этого мира мы видим ориентировку на какую-то цель. Например, если ты посмотришь на водный цикл или на сияние солнца, которое испаряет океан, получается, облака проливают дожди, коровы едят траву, выращивают этих дождей. То есть мы видим, что все время есть цикл какой-то, что реки впадают снова в океан, и тогда океаны испаряются. И так. То есть везде, во всем, и наделенным душой, и вроде не наделенным душой, везде есть ориентировка на какую-то цель. Но если ты просто скажешь, что есть эта причина, эта причина, эта причина, ты только объяснишь различные отношения между объектами, но не объяснишь то, как работает вся система. Что все на самом деле в гармонии. Об этом говорится в Веданте. Также есть камни, какие-то камни, которые постоянно мы видим, что они, видимо, это может это разрушение, там всякие платформы, вот эти вот, что камни тают, камни обсекаются водой, еще чем-то. И мы видим, такие циклы с водой проходят, с камнями, со всем. Как это все работает? Подобным же образом, если ученый скажет, сердце развивается таким определенным образом, потому что так оно более продуктивнее работает при перекачке крови, но за всем этим стоят атомы, молекулы, которые сами не представляют свои нужности в теле. То есть они как-то неосознанно работают на ту цель, для которой предназначен этот орган. Как работают все органы. То есть есть телеологическая причина артха, почему определенная материя действует таким образом. Но концепция материи заключается либо ингредиентная причина, либо еще какая-то, но все равно существует какая-то телеологическая причина, которая стоит за всем этим, к чему все стремится. What is whatever they're saying with intention. And when they describe it, they themselves have intention as well. Когда люди что-то описывают, какие-то физические явления этого мира, у них тоже есть какое-то свое направление, какая-то своя цель. So they're smuggling in through the back door what they're kicking out through the front door.
То есть, получается, ученые врываются через задний ход, но не входят через главные ворота. Например, они скажут, Гурдев говорит, что ДНК содержит всю информацию о вашем теле. То есть ты можешь проэкзаменовать ДНК и увидеть, какая часть этого ДНК отвечает за кровь, за волосы, за ногти, за что угодно. И говорится, что вся информация в ДНК, но проблема заключается в том, что информация, которая имеет отношение к сознанию, она не физична. То есть эта информация не на физическом плане проявляется, потому что люди скажут, я вкладываю информацию в компьютер, а компьютер содержит информацию. И потом в компьютер ты забиваешь какую-то информацию, выходит ответ, выпадает тебе из компьютера. Но что это будет за ответ? Это механическая конфигурация определенных операций. И мы видим, что существование человечества — это как составные письма. Но все это невозможно подчинить работе какого-то компьютера, потому что то, как в природе все работает, ты просто компьютеризировать не можешь. Все в сознании эксклюзивно существует. Поэтому то, что мы обсуждаем, что физический мир и рассмотрение лишь физического мира, оно само по себе является непоследовательным, потому что есть более тонкие планы, как, например, тоже сознание. Сада Бута что-то доказал, не слышал. Я даже не даю им привилегию называть эти явления информацией. К примеру, новелла — это чернила на бумаге до той поры, пока человек, который не знает, знающий этот язык, он не расшифрует этого. Но до этого момента это новелла просто, она не новелла, это просто чернила на бумаге. That's one. And the secondary contradictory evidence. Второе, противоречащее доказательство, я не знаю. People let the scientists get away with it. But we see everywhere that living beings do what matter can't do. Мы видим, что люди делают то, что материя делать не может. It's stunning. I looked on the internet. I can't find any evidence that anyone's discussing this. Не могу найти в интернете ни одного доказательства, чтобы люди это обсуждали. Гурдев говорит, я по этой теме создал целую мультимедийную презентацию. Вокруг чего это вертится? Это вертится вокруг того, что у ученых есть аутогенезис, такая теория. Если ты посмотришь под молекулы воздуха под микроскопом, в яйце все молекулы одинаковые, и постепенно они дифференцируются и приобретают формы разных клеток, что формируют пальчики, кожу, и ты можешь это смотреть под микроскопом, рассматривать. И вдруг все начинает крутиться, вертеться, двигаться, и вдруг они организуют себя сами, и ученые называют это аутогенезис. То есть аута означает, что само по себе все сообразуется. Библия об этом говорит, что Господь создает этот мир. То есть ученые говорят, что все эти клетки, все эти молекулы организуют сами себя. Ученые говорят, что это случайность. Это такая ситуативная случайность. Он говорит, допустим, на Транссибирскую магистраль вы посмотрите. Там инженерия. Всякие там, как физические законы могли произвести эту систему. В Америке есть один проект. Этот вакуум, они создали искусственный вакуум, который превосходит там в 8 раз обычный космический вакуум. Because the physical laws of a millions of физические years законы миллионов лет эволюции вывели людей, которые создают свои физические законы. Следует им. Ты смотришь, если ты просто будешь следовать каким-то физическим законам, то таких результатов достичь невозможно. Ваше заключение базируется на основании того, что человек сам является продуктом физических модуляций этого мира. They can separate out rare earth elements. I'm just talking like scientific chemical.
separate out them. For example, the inert gases. Вот, допустим, газ. By fractional distillation of liquid air, they can produce xenon and radon, all these. Они разные элементы создают, фракционно деля различные элементы. Physical laws can't do that. They mix things up. They don't separate them out. Физические законы могут что-то слить вместе, но разделить не могут. Situations which are monumentally impossible just by the action of the physical laws. Физические законы сами, короче, ничего произвести не могут. Как ученые так говорят? It's mad. I mean, it's really, really mad. The whole spectrum of human civilization is totally against the physical laws. Противоречит физическим законам. From when you start toilet training, you're acting against the physical laws. Когда ты начинаешь тренировать маленького ребенка ходить в туалет, это уже противоречит физическим законам. After, you know, Ahani, Ahani, Bhutani, I think this is the second most amazing thing in the world. Ahani, Ahani, Bhutani, я думаю, это второе величайшее противоречие в мире. So then one of the things that we do, that то, что math мы doesn't делаем. Do, is science. And they've got a big problem here. That they're trying to say that consciousness comes from ученые пытаются сказать, что сознание приходит matter. Из материи, возникает из материи. Okay, so at this point we can say, look, we want you to say what you're talking about before you say you can explain anything. Мы можем сказать, что мы хотим, чтобы вы определили то, о чем вы говорите. И мы берем эти простые утверждения. Сознание приходит, возникает из материи. Хорошо. Что вы имеете в виду, говоря слово сознание? At the end of the day, it's what we use to be aware of matter. То есть в итоге то, что то, с чем мы работаем, получается материя. А что мы подразумеваем по слову материя? Эмпирическая наука означает наука опыта. То есть материя, которую мы испытываем на каждом уровне. То есть идея в том, что сознание восходит от материи. То есть, иными словами, мы приходим к тому, что сознание – это уже продукт чего-то сознающего. Это называется аньонья-шрай-дош на санскрите. Аньонья-шрай-дош. Of one thing, вина одной вещи, которая поддерживается другой, itself being supported for the thing that it's supporting, которая поддерживаемая той вещью, которую та поддерживает, то есть как бы взаимная связь того, что по факту не имеет основания. Обе не имеют основания, но друг друга поддерживают. Одно опирается на другое, в то время как другое опирается на это же. Он отец его, и он отец его, а он отец его. То есть как бы так не работает. Эти люди никому не отцы. Это то же самое. Я могу тебя поймать за колени и поднять тебя. Я могу поднять тебя под коленки, взяв. Ты можешь поднять меня, взяв под коленки. Оба мы будем летать. Это аньонья шрайдош. То есть как бы искать поддержку в том объекте, который ищет поддержку в тебе тоже. I take that reference from. Это ссылка из. Jiva Goswami's deconstruction of Advaita Vada. Advaita Vada Jiva Goswami. В его Сарвасамвадини Тике. Because what he basically says. Его комментарий на Сандарбу практически образом он говорит то, что Шанкарачарья говорит, что эмпирический мир является ошибкой Дживы. Его возникновение – это как следствие ошибки Дживы, то, что Джива в Майе, и поэтому он видит материальный мир, который не существует. Джива видит материальный мир, который не существует. Зачем он снова говорит, почему Браман думает, что он Джива? Потому что он в Майе. То есть Майя творится Дживой, а Джива сотворяется Майей. То есть если вы возьмете отдельные части философии, Шанкары, то вы увидите эту аньонья шрайдош, то есть полную не поддерживающую друг друга утверждение. Потому что с одной стороны Майя ответственна за существование Джива, потом он объясняет то, что Майя это сбитость с толку Дживы. Это то же самое, как один поднимает другого за колени, тот его тоже поднимает, как летание в воздухе, обоих нет фундамента. Sarvasambhavi only the part on Tattvasandarbha. So I think that's the reason why Bhanu Swami did. Okay, the next one. Следующий момент. Но этот аньонья шрайдош не принадлежит Дживе Госвами. Это
logical fallacies in Nyai. Это то, что относится к погрешностям Nyai в логике. Любой, кто изучает Nyai логику, они вот могут встретиться вот с этими недостатками Nyai. A Western logical fallacy term is for it as well. Then the next thing is that. Следующий момент. Probably in English you might call it the fallacy of interdependent causation. В английском это можно назвать погрешность взаимозависимых объектов. Взаимозависящих друг от друга объектов. Just on that point, I want to put, suggest something. Я хочу еще по этому поводу предложить кое-что. The contradictory добавить противоречивых доказательств. Противоречивых друг другу доказательств. Ученые говорят, что вариация того, что мы видим вокруг нас, возникает в силу реакции физических законов с силой взаимодействия физических законов с материей. Но вся материя, они говорят, едина. И физические законы везде имеют вселенскую форму общую. The laws acting on the matter produce all the законы влияют на материю, производят вариативность, и они говорят нам, что законы Вселенной и материи — это одно и то же. То есть получается тогда одно не может нести ответственность за другое. То есть это тоже присущее противоречие, что они и не дифференцируют друг от друга, но называют их влияющими друг на друга. You haven't explained the third cause of the four causes, the formal cause. And that's what they're always hiding the formal cause and the есть final cause. Формальная причина и финальная причина. Финальная причина это значение всего, формальная причина это форма, которую приобретают объекты, которая подходит для высочайшей цели, для чего она была создана. Я запутаюсь в своем языке уже. But then they surreptitiously slip it in. And hope no one will notice. Они потом с этого просто соскользают и надеются, что никто этого не заметит. То есть полностью все вот эти логические причины они спутывают, смешивают. For example, I get some oats, например, some hot water and some milk. Я взял кашу, воду. Все, все я взял, заварил, потом выбросил, это просто на стол, это все разольется. Вот это все вылилось, эта вся каша на стол. Это не станет теперь эта каша слоном, деревом. Если у тебя те же самые элементы материальные, те же самые законы, ты не можешь производить какие-то вещи до той поры, пока не возникнет какой-то высший элемент, который начнет формировать эти объекты. То есть вариации никакой не получится, которую мы видим по всему миру, если не будет высшего интеллекта, который будет это все создавать. Следует определять то, о чем мы говорим. Вы говорите, что цели влияют на что? На материю? Каков закон? Мы даже не верим. Я думаю, что это C.S. Lewis сказал, что сказать, что материя, можно сказать, яблоко падает с дерева. Is not only to project consciousness onto the apple, but to even give him citizenship. Сказать, что яблоко падает с дерева согласно законам гравитации, это не только дать ему название и место, who has a social contract to obey the laws of the state, then they don't obey the laws even if they're conscious. Определить его место в пространстве, наделить его сознанием. То есть сказать, что яблоко падает само из дерева согласно законам природы, это вы, значит, ему даете как гражданство на этой территории, как наделяете его сознанием полностью, как наделяете его отдельной жизнью. Yes, absolutely. The next objective self-reference. That means no system of objective knowledge can look at itself. Нет системы объективного знания, которая могла бы рассматривать отдельные объекты. Это следующий момент, который он выделяет. So you've got science, the process of science. Получается, есть наука, процесс науки. Они говорят, все в мире можно объяснить наукой. But science can't be explained by science. Но науку наукой не объяснишь. Objective science. Объективную науку. So they're saying that there's nothing supernatural. Нет ничего сверхъестественного. Сверхъестественное означает,
cannot be explained by material science. То есть сверхъестественное, что не может быть объяснено материальной наукой, но материальная наука сама себя объяснить не может. Поэтому она получается тоже как сверхъестественное. And all the individual aspects. Все индивидуальные аспекты материальной науки. Real, because they're part of material science, они objective science. Являются частью объективной науки. Outside the range of а что находится за пределами вот этой объективной науки. That's actually one of the arguments of Aristotle. Это что уже противоречит общей науке, да, он сказал или что? In the sense that he says that а это то, о чем говорит Аристотель. Он говорит, когда вы анализируете что-то, допустим, мы говорим о науке, то ты, получается, логически какие-то предложения делаешь, выходишь с ними, которые могут быть правдивыми или ложными. Но предложения эти не существуют в мире. Дайте мне ведро этих предположений, предложений. Так же он говорит. A plus B equals 2 plus 2 equals 4. Эти предложения, они могут быть правдивыми или ложными, если они существуют в твоем собственном сознании. Но если ты умер, или если все померли, 2 плюс 2 все равно будет равняться 4, концептуализирует это все или нет. And since they are mind independent and they're not physical objects, then they're actually transcendental objects. Потому что это факты, которые не зависят от нашего ума. То, что не зависит от нашего ума, является трансцендентными объектами. And therefore, that science, which is essentially поэтому наука, которая по факту собирает вместе все предположения, науки, предложения, сила на скорость что дает? Физика, как эта формула называется? Что? Масса на скорость, что дает? Ускорение. Which are true, whether he's aware of them or not. Gurdjieff, can you please speak a little slower? We cannot catch up with your fast speech. Can your brain run a little bit faster? My brain can. Okay, I'll try to speak a bit more slowly. So that's what you're presenting there. То, что вы говорите, can't explain itself про то, что наука себя объяснить не может, the very activity of science, из-за самой деятельности или модуляции науки, это не физическая вещь, это духовная вещь или трансцендентная вещь. Это присутствует это описывается в аргументах, которые предоставляет Аристотель. Когда он говорит о том, что мы, что разум человека наделен трансцендентной, то есть имеет трансцендентную природу, и арта, финальная цель человеческого существования заключается в том, чтобы обнаружить абсолютную истину. И источник этого разума. Where do these universal propositions exist? They all exist in the mind of God. And therefore, the purpose of the human intelligence is to search out God. That's the thread of argument. И когда ты ищешь Господа, то ты so. Короче, Бога ищите, там вы... То есть, как бы, Аристотель, он говорит о том, что есть вселенские модули, которые как являются копией, репликой в нашем мире. И поэтому, он говорит, если хотите найти вечные вот эти трансцендентные аргументы, то ищите Бога. Тогда вам все будет понятно, как работает на внешнем мире. Да. Это уж подобно тому, чтобы навоз искать в материальном, если ты ищешь какие-то что-то там высокие материи, то это подобно тому, что ты в навозе копаешься. Материальное может постичь только материальное, мораль такая. Если ты возьмешь физический закон, whatever, force equals mass times acceleration. Let's just вот это скорость на массу, что там, ускорение. Some measurable variables. Вот у тебя есть какие-то заданные. Ну как это называется? Essentially tells us that we can predict by changing the proportion of one variable, the other. То есть мы, получается, пропорционально изменение вот этих вот
этих штук, можем просто получить такой-то результат, такой-то результат. То есть наука, она просто говорит нам о том, что у нас есть какое-то количество этого, 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 и когда мы переменных, когда мы этими переменами модулируем, получаем определенный результат. Об этом говорит наука, но ничего она не говорит о том, почему закон не говорит нам о том, почему эти вот параметры меняются в определенных пропорциях в соотношении друг к другу. Просто нам говорится по факту, это меняется, и это усиливает скорость. Если усиливаешь массу, усилишь ускорение и так далее. Гурдев просто меняет их местами. Усилишь что, будет то, все. Но они не говорят вам ничего о том, почему. То есть они об онтологии ничего не говорят. Никакой причины они тебе даже не говорят. Они просто работают с этими переменными. То есть они просто работают с этими пропорциями параметров. То есть подлинная причинность, она не присутствует в этих ингредиентах. То есть они уже работают по факту с какими-то параметрами. Когда ты... То есть почему это так возникает? Этот вопрос, он полностью упускается. Просто говорится, есть такие параметры, будешь менять пропорции, будет такой результат. And neither does the equation tell us about the sangat. Также ничего мы не получаем никакой информации о сангате, о формальной причине существования этого элемента. Почему? Почему вот этот параметр тут? Почему этот параметр тут? Почему этот параметр был усилен вот этим параметром? Почему тут поставилось в квадрате? То есть этих вопросов не задается. И поэтому, когда кто-то говорит, вот закон, и поэтому мы знаем что-то, то нет, так не работает. Ты только знаешь о том, что существуют определенные пропорции заданных параметров, но ничего о причине их возникновения, о сангате, ни о какой онтологии ты вообще не получаешь информации. Только единственное, что у нас есть, то, что я называю формулой, которая продуктивная абстракция. То есть тебе дается какая-то абстракция, ты на основании этого делаешь какие-то предположения, и когда ты делаешь это предположение, ты полностью хмелеешь от этого, это тебя полностью захватывает. Потому что у тебя есть такая задача эксплуатировать материальный мир, материальную энергию. И ты когда начинаешь вот с этим всем играть, то тебя это захватывает, тебя это развлекает. И ты в это погружаешься и забываешь вот о том, чтобы задавать вопросы о причинности. Это мой анализ так называемых законов. Когда они говорят, там есть такой закон, мы можем сказать, почему так, что вы имеете в виду, говоря все это? That the laws exist by themselves. То есть законы сами по себе существуют. Хол Дэвис, другой физик, сказал, что it's like 17th century, это как в 17 веке какой-то как теизм без Бога. Вроде идея того, что законы существуют. So by talking about laws, но как они могут существовать без сознания? Abstractions, yeah. Сначала, да, это абстракция. Как ты абстракцию физически описывать можешь? Немедленно, как только ты говоришь, заговариваешь о законах, ты подразумеваешь наличие сознания, его присутствие, потому что само по себе ничего не может существовать. Все аспекты научных процессов, они реальны. И они находятся вне границ объективных наук, наш ум реален, и он находится за пределами. То есть материальная наука, она не может постичь, что такое ум, что такое субстанция ума. Наше видение, наше восприятие, то же самое. Это невозможно ощутить никак. Даже вы можете описать те объекты, которые вы видите, но можете ли вы описать саму силу видения, что это такое? Ученые обычно они такие философы, никудышные. Qualia, I think is the correct pronunciation. Qualia is the experience of the redness. Это термин какой-то. Испытание красноты красного. То есть у тебя есть машина такая, благодаря которой ты можешь. But it has no experience of redness that we do.
То есть можно говорить, что ты видишь красный цвет, но опыт испытания того вот этой красоты, он не присутствует. Философские, точнее чувственные объекты, они вроде называются объектами, но математически даже никакой научной методологии это невозможно описать. И все ученые это делают. That's all we know. То есть они называют это вот этим термином Коэлия. Я не знаю, как это по-русски. With no explanation of what. То есть ты как бы видишь какие-то, ну вот как то же самое чувство видения, но ты не можешь это описать никаким образом. Они просто называют эти это каким-то определенным термином. The singular is quale. Quale and qualia. Quale и qualia. This is the hard problem. David Chalmers, he's a Yes. You're never gonna solve this. So let's just accept consciousness as part of what's going on. But he doesn't. То есть то, что они упираются, не могут объяснить, они просто называют это каким-то умным термином, за которым ничего не стоит. So then, then we come to an important point that. И затем мы приходим к следующему моменту. We do what matter can't do. One of the. Мы делаем то, что материя не может делать. Один из аспектов сознания заключается в том, что мы действуем. And we produce situations, we produce products, ситуации, that can't produce by продукты, которые материальные объекты производить не могут. И когда ученые делают свои эксперименты, то тогда они материю не исследуют. Они исследуют материю вместе с вмешательством сознания в эту материю. И поэтому вот еще одна у тебя. У тебя электромагнетические силы, слабые атомы, сильные атомы. Гравитация требует меньше вмешательства, понимания. Электромагнетизм требует больше присутствия сознания. Forces within the atom require much more intervention. Силы атомов, слабые и сильные, еще больше требуют внимания. Но они не понимают, что it's not just the conscious observer, it's a conscious agent. So the whole это как целый агент сознания. Totally, 100% flawed. Totally. I would propose that all of Я бы хотел сказать, что все шакти Кришны являются ачинтья, непостижимыми по природе. Поэтому не надо думать, что духовная энергия ачинтья непостижима, а материальная энергия чинтья, ее можно постичь. Нет, это то и другое ачинтья. Бхагаватам говорится. Сэм Бхагавата Омая, Ян Ниена Вирудьяте, это внешняя энергия Господа, действует таким образом, которое называется Ниена Вирудьяте, противоречит всем законам. Сэм Бхагавата Омая. Сэм Бхагавата Омая. Бхагавата Омая. Ян Ниена Вируджите. Then Ишварасва Вимуктасья Капанья. 379. Srila Prabhupada wrote to Bhakti Saravananda Maharaj. He said, "You show the absolute сказал, какому-то Махараджу. And prove Ачинтья Шакти. He said, "Then our movement is a great success." Он говорит, если мы докажем влияние этой Ачинтья Шакти, то мы докажем величие нашего движения. Like as far as I understand, насколько я понимаю, Атма Параматма, Атма Параматма это accessible to logic, because it's они доступны логике, потому что это что-то, что ты можешь Параматма we can see, видеть. Даже Параматма мы можем увидеть, это требует больше времени. Шрила Прабхупада во второй песне Шримад Бхагавата в комментариях пишет, что мы хотим увидеть Верховную Душу, Параматму, мы увидим друг друга. Это больше как догадка все равно Будхи, что мы предполагаем, что эта Параматма, она существует. То есть это как с помощью функции нашего разума мы догадываемся, да, Господь живет. Они не могут атомы понять все силы вместе сложить, потому что их сознание вовлечено. Я предлагаю другую возможность. Даже если сознание
they still could not put all the не примешивалось бы, pieces together, все равно бы эти все тезисы, они не могли бы совместить, потому что майя саму невозможно логикой понять. Сама по себе эта майя, она энергия Господа, она ачинтия, она непостижимая по природе. Поэтому с сознанием или без сознания все равно ты ничего не поймешь. Есть такая книга, которая называется «Тарка и что-то там». Ее Мадхвачарья цитирует. Все комментарии на шестую песню. В комментариях он говорит, что каждая васту, каждая субстанция имеет что? Природу, васту. Я могу посмотреть. Это что еще? А, семья приехала. Были такие личности, которые говорили, что философия Махапрабху Чинтибеда-Беда-Татва, но это Двайта-Двайта-Вад, поэтому он не в линии Мадхвачари. А я привел из комментариев Мадхвачари на Шримад-Бхагаватам стих, где он говорит об отношениях субстанции и ее шакти, о том, что это отношения Бед и Абед. И в следующем стихе он говорит, также, что это ачинтия отношения. Так я просто показывал, что корень, семя ачинтия беда-беда-татвы присутствовал уже там, в комментариях самого Мадхвачари. Даже до прихода Махапрабху. Махапрабху пришел и просто назвал вещи своими именами. И Мадхва сам цитировал одну книгу, которая называется «Тарка». Не помню, что-то там еще. Что-то там по логике. Но главным образом, качество, которое имеет васта, объект какой-то, ты не можешь задать вопрос, почему? Потому что Господь так сотворил этот объект. И в Махабарате говорится, говорится, что человек не должен логически стараться понять то, что является ачинтия татвой, непостижимым. На йоджи ты не должен логически пытаться это понять. Потому что чувство все равно не сумеет этого постигнуть. Это как правило просто, это шастра повелевает. Как она повелевает, что ты не должен общаться с женой чужого мужчины. Правильно я сказала? С женой чужого. Вы поняли, изменять не надо. Также Бишмадев говорит в Махабарате. You cannot do it. It's not debatable. It's not negotiable. То есть это не обсуждается в шастре даже. То есть изменять плохо и равным образом логику применять плохо там, где она не работает. Ты должен принять по факту, как оно есть, потому что, вот Махарадж говорит, да, потому что все работает на более высоких шахте, на более высоких энергетиках, которые наше тело просто не приспособлены как инструмент понять. Я просто провожу такую линию, что you may not be able to explain or describe the world. Может быть, невозможно объяснить какие-то явления в мире, почему? Потому что такова природа этого мира, потому что мы не заточены под то, чтобы понять, как все в этом мире работает. Somewhere I don't know. It's either Chaitanya Shikshamrita. Я не знаю, либо в Чайтанья Шикшамрите, либо. It seems to me that some is a book by Thakur Bhaktivinoda. Может быть, Бхактивинода Такур где-то написал, кажется. Conscious faculty is the proof of spirit. Он говорит, что посредством сознания можно доказать существование духа. То есть материя меняется, но наша способность видеть не меняется. И следующее, это то, что наука тоже зависит от чувства «я», «я вижу», «я исследую», «я делаю то, это». То есть Нобелевскую дают тому, кто сумел что-то увидеть, чего другие не увидели. То есть поэтому агент сознания an undeniable and directly experienceable. Это невозможно отрицать его присутствие. Это как присущий научным исследованиям фактор, то есть способность видеть, воспринимать того человека, который является ученым. Now, I want to throw something here for you to wrestle with. Okay. And that is this. Я хочу сказать вам следующее. Sometimes we may be in a временами мы можем присутствовать в философских дискуссиях. Вы можете дебатировать с кем-то. Если у нас есть больше пратибы, мозгов больше, если у нас,
Если мы превосходим этого человека, то мы его можем сразить просто интеллектуально. Но в то же самое время другой человек, который будет более талантлив, более разумен, чем мы, он потом положит на лопатки нас. И это может немножко резануть преданного, который старается в чем-то разобраться, но это ведантическое заключение. Тарка апратиштанат. Тарка апатиштанат, это означает, что логика сама по себе не имеет фундамента, не имеет оснований. Мы стараемся логикой людей убеждать. Что происходит? Ты сначала говоришь им принять какой-то факт, они его принимают. И потом дальше на силе своей логики ты идешь дальше. Но говорится, у логики нет основания. То есть логика не работает с заданными какими-то модулями. То есть их просто не существует в этом мире. Ты работаешь тем, что ты видишь, получается. И поэтому, если мы говорим, что если что-то есть самопроявленное, что-то уже выступающее, с этим ты можешь работать. Но это базируется на том, что ты сам видишь, сам воспринимаешь. Рене Декарт сказал, он предлагал какие-то вещи. Мы обсуждали это в предыдущий вечер, когда вас не было. Он старался понять, какая начальная точка. Я думаю, поэтому я есть. Поэтому я знаю, что я существую. Это хорошее начало. Но он предложил, как я могу доказать, что что-то другое существует помимо меня. И он сказал, что но это очень трудная, разрешимая задача. И привел пример, который он проиллюстрировал. Он сказал, что, допустим, есть демон, у которого есть чары, и ты просто лежишь на земле без сознания, этот демон наложил на тебя чары, и ты думаешь, что ты ходишь здесь и там, что-то делаешь. Теперь в своей жизни тебе кажется, что ты ходишь, делаешь что-то, а откуда ты знаешь, что ты не под чарами, почему ты просто валяешься на земле? Так же, когда Кришна с Шалвой сражался, Шалва на своем аэроплане прилетел, и Васудев Махарадж сказал, Шалва взял, как будто создал такое изображение Васудев Махараджа, говорит, вот я тебе, и я тебе голову отрубаю твоему отцу. Но это был не его отцу, это были оптические иллюзии. Это не был ни Васудев, там ничего. То никогда не случилось. То есть эпистемология чрезвычайно трудный предмет обсуждения. Ты как с горки постоянно слетаешь, ни за что ухватиться не можешь. И Рене Декарт фактически сказал, как то, что я существую, я признаю, но откуда я знаю, что все остальное реально существует? И тогда другие философы выдвинули идею того, что откуда ты знаешь, что... Ну, это как матрица. Может, ты где-то сидишь там в коконе, а все это симуляция просто, что тебе кажется, что ты ходишь и действуешь. Может, тебя загипнотизировали, и у тебя гипнотическая регрессия, и ты думаешь, ты родился в Англии, учился в Оксфорде, сейчас ты в Индии, а ты где-то в театре, там под чарами, под чем-то. Откуда ты знаешь, что ты действуешь? Бертон Рассел сказал, он другую идею. Пятиминутная вселенная, он выдвинул идею. Он сказал, что могло быть всемогущее существо, которое сотворило вселенную, и оно это сделало 5 минут назад. И каждое дерево, которое он сделал, если ты срубишь эти деревья, там, мы знаем, там вот эти вот указывающие на возраст, круги и кольца, вроде ему 500 лет этому дереву, откуда ты знаешь, что оно не было сотворено 5 минут назад? Это просто... Нарисовали. Поэтому любое доказательство, с которым ты выходишь вперед, ну, смотрите, вот 6 тысяч лет назад египтяне построили пирамиды, он говорит, да нет, 5 минут это назад все было создано. И так все вместе сложив, можно спросить, как ты, откуда ты знаешь, что ты не под чарами гипнотиста, и что тот, может быть, тоже под чарами гипнотиста, и все было создано 5 минут назад.
назад. Никто не может с этим по факту сразиться аргументами. Веданта Сутра говорит, поэтому Тарка Пратиштана, логика, она не имеет основания, не имеет фундамента. И причина заключается в том, что это действительно важная сутра, которую всем следует запомнить. Почему логика не имеет основания? Потому что логика может работать с тем, что уже есть на поверхности, но создать свое что-то на поверхности она не может. То есть с помощью логики мы анализируем различные предположения А и Б. Если А плюс Б равно С, мы анализируем А и Б и выходим с логикой, что это С. Но сама по себе логика, она не может сгенерировать, она не может создать анализируемое. То есть она работает уже с чем-то созданным, с чем-то заданным уже, поэтому... Of Bhartrihari. Bhartrihari is a very famous Indian king. Очень знаменитый индийский царь и философ. He wrote a book called Vakyapadiya, which is. И он написал книгу Вакьяпадия, которая объясняет теорию Спотвада. Which is explanation of how meaning comes from words. Объяснением того, как значение возникает в словах. Bhartrihari, он написал Вакьяпадию, и там он написал, что любой удивительный логик, замечательный, талантливый в своей логике, все, что он устанавливает, эту логику можно выдрать с корнем другим логикам и выкинуть на веки вечности, он просто будет умнее. Это поддерживается этим ведическим утверждением Тарка Пратиштанад. То есть любой более сильный логик положен в лопатки. Рупа Госвами в Бхактирасамрите Синду стих тоже приводит, доказывая, что истину можно познать посредством бхакти, но не философскими умозаключениями. Декарт отвечает на вопрос демона и всего очень красивым образом, то есть подобно тому, как Гауди Вайшнава это объясняет. Он говорит, отсюда я знаю, что мое восприятие реально, а не просто является творением какого-то зла. Я могу это знать таким образом, потому что Господь добр, и Он бы меня не обманул. Поэтому все, что я говорю, является правдой. Поэтому истина из любого умозаключения ты можешь признать, в том случае, если ты говоришь, что да, Господь существует, то Он хороший. Как только ты это принимаешь, ну так и все течет уже и летит, и все срабатывает. А если ты не принимаешь этого существования Бога, что Он хороший, тоже не принимаешь, то все эпистемологически ничего у тебя не получается. И может у тебя... They were not able to see the surreptitious premise that you introduced into the argument without any evidence. So there's a beautiful verse also, 11th canto. You can look up the verse for Maharaj. Yes. Atma parigyan mayo vivada hyastiti nastiti bidarta nishta vyatopi naivo parameta pumsam maya paravritta diasolokat. Which means... Что означает? Atma paramana... Atma parigyan mayo vivada. It's 6.4.32. No, it isn't. Okay, 11.22.34. Thank you. 11.22.34. So this is a beautiful verse, and Srila Jiva Goswami is using this in the very beginning. В самом начале. Это, возможно, первый стих Шримад Бхагаватам, который Джива Госвами Пад использует в Бхакти Сандарбе для того, чтобы объяснить то, почему истину ты можешь постичь только преданностью и почему не можешь постичь философской логикой. Говорится, Атма Паригьяна Майо Вивада. Говорится, что человек, чье сознание, кто отвернул сознание от Господа, then the default position of being то, when you turn away from God, the default position is that you go into вивад. Отворачиваешься от Господа, то ты получаешь следующий результат. Ты попадаешь в вивад. Это означает, впадаешь тут же в логические всякие стычки. And what do you do? И что ты делаешь? Хиастити настити. It is true. Это правда. It is not true. И это неправда. It is вот real, то, что ты обсуждаешь, это реально, и это нереально. Бидата ништа. Бидата ништа. У тебя есть ништа, твердая вера в этот процесс анализа того, что является истинным, что не истинным, что реальным, что нереальным, но в ятопи, несмотря на то, что эта деятельность, она вьяпа, она бесполезная,
Потому что все равно ты ничего реально или нереально на основании логики этой аргументов понять не можешь. Но этот человек, он к этому привязан, и он не может это оставить, потому что это состояние постоянной вот этой неопределенности, это правда, это неправда, это как урок, как наказание для того сознания, которое отвернулось от Господа. То есть это вот это наше, мы себя обнаруживаем в таком положении, что мы постоянно споримся и используем аргументы, правда, неправда, реально, нереально, потому что от Бога отвернулись. Когда я впервые пришел к Гурудеву, то он занимался там научной проповедью, Шрила Прабхупада имеет в виду, я так понимаю. Paramadvaita Maharaj said, we're having a discussion, Paramadvaita Maharaj, мы там что-то обсуждали, я задал Гурудеву вопрос по этому. If you think you have time. I have no time. Not produce power. И я его спросил, если вы можете ответить мне на эту там нашу философскую дискуссию, которая у нас была, то ответьте, пожалуйста. А он сказал, я не могу, потому что у нас нет времени на это, потому что это не произойдет никакой бавы, это не даст никакого полезного настроения. Шрила Прабхупада имеется в виду. He said, I think you're ready now. You weren't, I saw you weren't ready before, but I think you're ready now. Then I went to Hawaii. And he said, Гурудев. Гурудев сказал, что не надо, когда он был на Гавайях, он сказал, не надо ученым проповедовать, все равно не поменяются. I'll preach to people who've been affected by the scientists. He said, yes, the scientists will change their minds. Он сказал, но могу ли я проповедовать тем людям, которым проповедовали ученые? Он говорит, да, ты можешь, но сами ученые не поменяются. But we can have practical certainty because we need a way out of the fix that material society is in right now. Нам нужно выбраться из этих материалистичных научных представлений, в которых все как зарыты. There's no practical agreement that actually the Vedic process is the one true process. Ведический процесс единственный истинный процесс. So my entrepreneurs, they have to select the message and they have to select their audience. Поэтому надо выбрать и аудиторию, и выбрать послание. Atheistic scientists who aren't going to change their minds. Но атеисты, ученые не поменяют свой ум. Conscious thought leaders and change makers. Innovative, conscious thought leaders and change makers. And what I want to show is that there is something that we can be certain of. Есть что-то, в чем мы можем быть уверены. By experience. Благодаря опыту. And which can't be denied. И то, что невозможно отрицать. This idea that. Вот идея того, что материальная наука сама на себя посмотреть не может. That produces a series of entities that can be experienced directly and cannot be denied. And after то есть есть что-то, что можно испытывать и что нельзя отрицать. I was channeling somebody, I didn't know who it was, but I mean the answer is being supplied stage by stage. I can write down, work it out, and I say, okay, next stage. Then I'd be in the toilet or in the shower and it would come again. So then later on, I met Shiraz Goswami in Sweden. Он рассказывал, что он с кем-то встречался, чего-то там обсуждал, потом говорит, встретился с Шивасом Госвами. Definition of tattva. Они стали говорить про сарвасамвадхи, про определение таттва. So, like for example, the fact that I exist. Например, факт того, что я существую. Декарт said. Декарт сказал. I can doubt everything, but I can't doubt myself because I'm doubting. There's somebody who's doubting. So then David Hume said, well, there's some people believe there's. Не могу сомневаться в своем существовании, потому что я существую, по-моему. But whenever I try to find the conscious self, all I find is a feeling. Когда другой какой-то сказал, когда я пытаюсь найти какое-то зерно сознательности в других, то я не упираюсь в сознательность, я упираюсь только в чувства. So we have self-validating entities, which is self-evident. The conscious I is self-evident. I'm doing this, I'm thinking this. But it's also self-evident in the denial. I don't believe there's a conscious self. Okay, who said I? Ну, то есть мы также видим эту сознательность также в том, когда мы что-то отрицаем. Я в это не верю, а кто в это не верит? То есть мы можем испытывать самих себя, то есть мы чувствуем, что мы существуем. Я это делаю, я то делаю, я это знаю. Это базис всего того, что, с чем работает наука. С другой стороны, чувства невозможно отрицать, процесс мыслителя невозможно, деятельность невозможно также отрицать. Это как самодоказуемые и
And the conscious self как самоприсутствующие какие-то факторы. Self-validating entity. So people who are inclined to accept common sense. Люди, которые we can move forward together. And the others. Люди, у которых есть вот этот common sense, какой-то включённость, адекватность, они могут об этом задуматься. Yeah, like I'm working with these entrepreneurs and they're really emphasizing if you want to get ahead, you have to solve problems. In other words, если ты хочешь двигаться вперёд, значит, надо решать проблемы. Producing stuff because you really want to produce it. You may not be too successful. But if you can find out what people Если ты производишь то, что ты производить не хочешь, успеха ты не достигнешь. And you tailor your message in such a way, like one people want love. Люди хотят любви. Да. But people want a way out of the mess. So they say you sell what they want. Они говорят, ты продаешь людям то, что они хотят, они это видят. Это означает, main anxiety, you say, okay, yeah, well, this ты находишь, ты выискиваешь главное волнение людей, stuff, и ты с этим работаешь. Which is really needed. I think on a societal scale, it's really helpful to. Что касается всего общества, я думаю, это действительно будет вспомогательным. The scientific methodology itself is neither inherently theist or atheist. Yeah, the methodology itself. Сама по себе методология, она и не теистическая, и не атеистическая. And so it can never be the mystique or the prestige of science can never be appropriated to the atheist agenda. Престиж науки никогда не может быть поддержан атеистами. Because there's a great confusion in the minds of the masses of the people. Люди сбиты с толку. В большинстве своем. Ученые что-то объясняют как принцип. А когда в детали все погружаются, то ты слышишь Бога нет. Но люди в этом, ученые в этом убеждены. Потому что им дали айфоны и так далее, все средства технологий. Но научная методология сама по себе она полностью нейтральна, она не говорит нам ни о чем онтологическом, не отвечает ни на вопросы, не поддерживает ни теологию, ни атеизм, ни то, ни другое. Они используют, они начинают с методологического объективизма, и потом, они говорят про онтологию. Онтологический, методологический объект. Они говорят просто это объект. Кто-то написал статью на веб-сайте американского какого-то научного общества и показал, что ученые не научные. Это касается того, что если ты объективен, короче, наукой ты ничего не добьешься. Just like science is supernatural. Наука сверхъестественна. They got their undies in a twist. Yes, that. Yeah. So you can go further, actually, and show that. Можно пойти дальше этого и доказать, что. Because you've got this conscious eye, so many conscious eyes. Правильно. Вот видите, сознательные глаза сидят. Их тут много. Физика их не объяснишь. У кого часы есть? Сколько времени? 12:47. Okay, I said 12:45. Anybody else? У кого-то еще есть часы? 12:41. У меня 12:47 тоже. 12:47. Where did this watch come from? Откуда часы? Do watches kind of appear out of the rocks? Do they come by the, somebody made it? Кто-то сделал эти часы, они сами не возникли из ниоткуда. То есть у нас физически что-то необъяснимое есть. И куча мнений, которые совпадают на тему этого необъяснимого. То есть то, что эти часы все согласны. Мы не можем объяснить, откуда мы сами произошли, так же, как эти часы. Но мы размышляем о глубоких аспектах философии и любви. So where's that По этому поводу мы можем согласиться, но откуда это согласие между нами возникает? Преданные говорят, что Бог есть любовь. Философски это условие для возможности коммуникации. Да, мы можем говорить, что Бог это любовь, а ученые, по-честному, они скажут, что Бог это соглашение.
is a manifestation of paramatma. То есть факт того, что мы соглашаемся друг с другом, это факт проявления влияния на нас параматмы. И ученые должны это признать. Но мы можем пойти глубже этого и сказать, что те, кто не согласны друг с другом, это тоже признак параматмы, потому что когда ты коммуницируешь с тем, чтобы согласиться или не согласиться, даже несогласие является знаком того, что коммуникация была успешной. Короче, сама по себе параматма создала возможность коммуникации, даже если ты не согласился с оппонентом. Disagreeing is like, but actually agreement is fundamental. Согласие фундаментально, потому что любовь это базисный принцип. Конечно, в мане, в настроении ревнивого гнева ты можешь не соглашаться. Аргументы можно на чем угодно выстроить. Человек прочитал Бхагавад-гиту и решил, что Дритараштра это Господь. Потому God что is love. Бог есть любовь, and love is blind. А любовь слепа. А Дритараштра был слепым. Поэтому Дритараштра это Господь. Потому что любовь слепа, а Дритараштра был слепа. Arguments are like this. You can вот такие аргументы. Ты можешь вообще всякую чухню нести. И когда Чайтанья Махапрабху был юношей, young boy at school, мальчиком в школе, then he was an arrogant scholar. Он был высокомерным студентом, because he was studying школяром, потому что он изучал новую логику, Навьяньяй. Навьяньяй. That means the logic, означает логика, new type of logic. Новый тип, новая логика. Была старая ньяй, старая, от Гаутама Риши, которая за сотни лет до этого существовала. Но до рождения Чайтаньи Махапрабху, за несколько веков до этого, новая школа логики возникла в Митиле, которая получила название Навьяньяй, новая логика. Она была более трудная, более сложная, чем предыдущая. So much. Ой, господи. Just imagine. Махарадж, представьте себе, что вы в школе. Of Гангадас Пандита. Гангадас Пандита. And we're all the classmates of Nimai Pandita. Все мы студенты в классе. Nimai Pandita. This is how Nimai Pandita and his friends, they used to cross the Ganga. Having a lot of fun. Развлекался. And they used to cross the Ganga. Они пересекали Гангу. Vidyanagar. Переезжали в Vidyanagar. And there were the teachers, the professors, and that means там были профессора, учителя, ученики или праученики Сарвабхаума Бхаттачарьи, которые какое-то время назад переехали в Пури. Махапрабху с ним позже сам разберешься. Они вызывали студентов, профессоров, зачинали аргументы, дебаты по Навьяньяй. Махарадж. As you can see, there are some как flowers вы видите, Махарадж, тут цветы в вазочке. There are some flowers in this vase. Правильно же? Да. Внешне выглядит there так, говорит Махарадж. Да, какие-то. It looks as though there's some fake flowers in the vase. Да, смотрится так, что какие-то как это, искусственные, да, цветы. Okay, so I'm saying that я хочу сказать, что в этой вазе нет цветов. Все, что вы говорите, я вам скажу нет на все. Тут нет ни цветов, ни того, что тут кажется, что есть цветы. And I can make a wager. Я, мы можем с вами поспорить на 100 рупий, что цветов в этой вазе нет, и того, что тут кажется так, что тут искусственные цветы в этой вазе, тоже их тут нет. Что хотите? Вы согласны со мной? I think we have different points of view. Не зависит все от дриштикона. Are there flowers in this vase or not? Нет. Yes. You also have different point of view. No. Then in Navinaya you say no, there are no flowers. Навиньяй, вы говорите нет цветов в вазе. And the proof is that. А доказательство такое. When the person was making this vase. Когда человек делал эту вазу. He took the plastic or the glass or whatever. Он взял пластик или стекло, что там было доступно, растопил.
put it into the mold to make this vase. И положил в определенную там сделал форму определенную, чтобы эта ваза произошла. Теперь, когда он это все стал выделывать, add some flowers or not? Он туда цветы добавлял или нет в ингредиенты? Нет, он не добавил. And therefore there are no flowers in the vase. В вазе нет. Ну правильно же. Then Mahaprabhu, he would take his money. Вот так Махапрабху забирал денежки and then go to the next scholar. И убегал к другому школеру. This is Navinyaya. Because это Навиньяя. Something is in something else. Если вы скажете, что это в чем-то еще, это может быть там через самавай самбанда, или может присутствовать через самйог самбанда. So I didn't specify. Поэтому я ж не уточнил. Самавай самбанда означает, что это присутствует непосредственно в объекте как ингредиент. Цветок как ингредиент там нет. Но через самьёк самбанду, да, там есть прикосновение цветов к этой вазе. То есть через самьёк самбанду мы можем сказать, что цветы в вазе есть, но через самавай самбанду цветов в вазе нет, как ингредиенты. Так Нимай Пандит, когда был ребенком, ходил, ссорился со всеми и веселился. Но после своей инициации его бхава проявилась. Все, он это оставил, всю логику. Он написал комментарий на Навиньяю, он их связал и вышвырнул в Гангу. Поэтому мы даже не знаем, что там есть. Он не хотел, чтобы никто это знал. Он поэтому выкинул это. Потому что вся логика, это может быть развлекательным для того, чтобы престиж какой-то наработать, но к реальности это прикоснуться не может. You cannot touch earthly gods. Невозможно прикоснуться к реальности. Наши чувства не могут прикоснуться к Кришне. Наши чувства не могут прикоснуться, что говорить к Кришне. Они даже к имени Его, к Его качествам, к описанию Его имен и качества прикоснуться не могут. Все это выходит за возможности нашего чувственного восприятия. Но если мы будем Seven Mukhi Jiva Do, если мы станем смиренными слугами Кришны, Кришна сам к нам может прикоснуться. Своим Эва Спурати Даха. So this is also scientific. Это тоже научно. That if что? It's the Vedanta Sutra. Это Веданта Сутра. Джанмадьяся ятаха. Джанмадьяся ятаха. Шастрайонитват. Шастрайонитват. So it's the beginning of Vedanta Sutra. Это начало Веданта Сутры. What is the cause of everything? Бог является причиной всего. So the effects cannot discover their own cause. Следствие причину постичь не могут. The effects cannot find their cause. Следствие причины не могут найти. But the cause can reveal itself. Но причина может явить себя следствием. So Shastrayonitvat. Поэтому Shastrayonitvat означает, you can only know God when He reveals Бога ты постичь можешь тогда, когда Он тебя себе явит. Себя тебе. Через Бхагавад-гиту, через Шримад-Бхагаватам. And then through His. И потом через Его преданных тоже. So it's logical, it's scientific to assume. Это научно предположить. An all-powerful being. Что всемогущее существо. Whom you cannot see. Которого ты видеть не можешь. How can you prove that если кто-то тебя спросит, как ты докажешь существование Бога, то мы скажем. The fact that you cannot prove факт того, что ты не можешь существовать. Proves that God is omnipotent. Доказать существование Бога. Because if God is hiding himself from you now, всемогущий, потому что если он тебя сейчас скрывается, то значит, он не хочет, чтобы ты его сейчас увидел. И потому что он всемогущий, и всезнающий, и он не хочет, чтобы ты его увидел сейчас, то ничего ты не можешь с этим поделать, никак ты его не найдешь. И это полностью согласуется с всемогуществом Бога, что ты не можешь доказать его. If an empiric says there's no evidence for God, empiric скажешь нет доказательства существования Бога, но это это не означает, что Бога нет. Если ты скажешь, что есть всемогущий Господь, это очень логично, потому что просто ты его постичь не можешь, потому что он сам себя только достичь может и явить себя только может. Поэтому Бог всемогущий, это логично, ты его не знаешь, не воспринимаешь. Это доказательство, если ты принимаешь существование Бога. Если ты не принимаешь, ну, значит, ты ничего не доказал, и невозможно с тобой аргументы вести никакие. It's time already 1 o'clock. Oh. Krishna no. Will get angry if we will be late. Now it's time for lunch. Сейчас время ланча уже. We can discuss again. Мы можем снова встретиться. I'll leave on the 22nd. 22nd. On 21st will be our drama. 21st. On 20th we have a drama. On 20th.
two separate drums. Yeah. Yes. One on the 20th is the anniversary of the Radha Shamsunder's appearance. 20th это будет юбилей. So huge festival, не юбилей, а празднование явления Радхи Шамсундера здесь. Вечером будет and драма. The next day, а на следующий день будет другая драма. So. But every morning at 9 o'clock till 11 o'clock, до 11 every morning Rasalila Lila Katha. And every evening from 4:30 to 6:30, I'll continue to speak on Dhammadrastaka. Мы будем продолжать. Now we're coming very soon to Namoradikai. Скоро перейдем к Сипу Намарадикай. Ради Тату скоро придет. Okay, very nice discussion. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sani Gaur Bhakta Binda Ki Jai Vada Manda Ketamana Gaur Mandal Ki Jai Kari Sri Hari Naam Sankirtan Ki Jai Sri Radha Govinda Govinatha Manan Mohanju Ki Jai Ananta Kori Vaishnava Vrindi Ki Jai Sri Bhakta Binda Ki Jai Madhes Rasa Srubhu Shabhalo Nandini Simati Radharani Ki Jai Gaur Premanandani